Ще раз всім привіт. Я думаю, вже будемо починати, тому що час пізній. От, всім привіт. Вітаємо вас на нашому 42-му мітапі. Цього мітапу є JS Mass Night. Будемо говорити про те, як оптимізувати код, щоб задовольнити клієнта і при цьому не переписувати все заново з виходом нової фічі, а також про необхідність синтаксичних дерев. Хотілося зазначити, що вже п'ятий мітап ми продовжуємо кампанію на таблеточки, щоб кожен гість міг подякувати спікеру за виступ, суму і на свій розсуд, і цим самим допомогти онкохворим діткам. Зараз ви бачите на екрані QR-код на нашу кампанію, а також посилання я ще надішлю в наш чат. Також не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити анонси нових новин з IT-світу та нових вакансій. Посилання також будуть в чаті. І будемо починати. Першим нашим спікером буде Руслан Малогулко, Software Engineer Team Lead в Very Good Security, ментор студентів у HTML Academy на JS Node Stack, має 8 років досвіду у фронтенд, ну і регулярно пише статті на Medium і IT Next. Руслане, прошу. Всем добрый вечер. Рад знакомству и очень приятно, что вы сегодня здесь собрались, чтобы послушать доклад. Мы постараемся, в свою очередь, не разочаровать вас и поделиться действительно интересным, нужным контентом, который вы можете действительно применить на своих проектах. Сейчас я расширю свой экран. Так. Окей. Сегодня я вам немножко расскажу о абстрактных синтетических деревьях и как они вообще связаны с тем, что мы с вами делаем каждый день, когда пишем код, и как это вообще связано с ESLint. Вот. На самом-то деле, как ESLint понимает наш код, который мы пишем. На самом-то деле, анализ статического кода очень интересная и нетривиальная, местами нетривиальная задача. С одной стороны, мы, когда ревьюем pull реквесты, мы можем легко увидеть какие-то неконсистентности, несостыковки в коде, когда, например, они касаются визуальных частей. Это, например, может быть неправильный отступ, либо, я не знаю, там явно указано, что какая-то конструкция, она невалидна. Но по большому счету за нас это все делает некоторая прослойка, которая везде своя. Например, GitHub использует свой синтаксический анализ статики, редакторы используют свой. Как правило, в редакторах это ESLint. Вот. И, как правило, очень сложно человеческому глазу увидеть такие проблемы, как, например, определение лишней переменной, которая нигде не используется в коде. Да? Ну, вот, такие штуки, они часто бывают, и если, например, у девелопера не настроен редактор так, чтобы отловить такие моменты, они проскальзывают в основной репозитории и остаются там до момента, когда кто-то не начнет рефакторить, либо чей-то конкретный редактор подсветит этот момент, например, как это часто делает WebStorm, прямо с коробки. Но, опять же таки, неужели только для этого нужен статический анализ кода? Ну, как бы нет, на самом-то деле абстрактные синтетические деревья, которые строятся для этого анализа, они могут помочь гораздо в более широком спектре задач. Это, например, может быть анализ на потенциальные ошибки из-за невнимательности девелопера, которые... Даже мы говорим не о печатках, а просто какая-то опасная конструкция, например, проверка на то, что nullable значение, оно как бы true, потому что null в JavaScript, он как бы является некоторой величиной, вот, и он не является true, но он является как бы defined. Вот. И часто вот мы в тестах, когда пишем, мы говорим там, проверить, что такое-то значение определено. И null всегда определен. И как раз для этого зачастую приходится писать какие-то свои механизмы, чтобы такие вещи как раз отлавливать. Плюс большой пользой от использования ESLint является то, что мы в определенной команде привыкаем писать код в определенной стилистике. И мы
когда пишем в какой-то стилистике и приходит новый человек, он не всегда может понять, почему мы используем такие конструкции, а почему мы не используем там другие вещи. И в этот момент как раз команды приходят к тому, что нужно использовать какие-то стайл-гайды общие, да, вот проверять код на какие-то общие штуки и приводить его к общему виду. И рано или поздно мы все привыкаем как раз писать в одной стилистике, и нам на проекте становится писать достаточно легко и комфортно. У меня такой день, когда я думала, вот это надо, а укол хотела вообще только перейти. Александр, замьюте, пожалуйста, свой микрофон. Спасибо. Да. Мы привыкаем к определенной стилистике кода, и нас понимают другие девелоперы. Но опять же таки, зачастую нам приходится видеть другой код на другом абсолютно языке программирования, к какому мы не привыкли. И вот, например, как это может быть с точки зрения, когда Python девелопер берется за Java код, и ему непонятно, куда девать общие кавычки и прочее, и просто они выносятся, например, в сторону. Но на самом деле это мем. Я надеюсь, Python-девелоперы не стремятся писать Java-код, если стремятся писать, то как-то в другом немножко виде. Но в целом это абсолютно валидный кейс, и он как раз показывает нам то, что как мы иногда пишем код, абсолютно не влияет на то, как он будет выполняться. И это напрямую подводит нас к моменту, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. Что такое абстрактные синтаксические деревья и конкретные синтаксические деревья, мы посмотрим, в чем вообще разница между ними. Потом посмотрим, какие задачи мы можем решать с помощью абстрактных синтаксических деревьев. Посмотрим, как именно мы можем решать эти задачи. Из чего состоит абстрактное синтаксическое дерево, то есть какие там есть узлы, ну, у каждого дерева есть определенные узлы, ноды, да, вот, какие типы нод есть, где на них можно посмотреть, потому что вы, наверное, уже догадываетесь, что невозможно держать в голове кучу информации, некоторой абстрактной информации, которую вы не используете напрямую в разработке, поэтому часто приходится использовать документацию, чтобы подкрепить свои знания, либо что-то вспомнить. После этого я бы хотел с вами пройтись на живом примере. Мы посмотрим, как заимплементировать собственное правило, которое будет проверять кое-что в коде. Потом немножко мы ближе к этому моменту посмотрим, что оно будет проверять. И перенесем потом это правило, подключим его в базовый тестовый пример локально, чтобы вы увидели, что действительно это правило наш редактор кода понимает, то есть можно проверить ESLint в терминале, а можно сделать так, чтобы ваш же редактор, в моем случае это будет VS Code, он подсветил как раз нарушение этого правила в коде, который мы там тестово будем использовать. И еще, если останется время, я очень надеюсь, что оно у нас еще останется, мы посмотрим живой пример из библиотеки ESLint. Мы возьмем простенькое правило, разберем его, посмотрим, как посмотреть документацию, как посмотреть его код, и больше того, мы его с вами разберем, чтобы понимать, как ESLint фиксит для нас там другое правило, не кастомное, а которое уже есть в библиотеке изначально. Итак, приступим. Что же такое абстрактное синтаксическое дерево и конкретное синтаксическое дерево? Как правило, вот в лингвистических целях разделяют эти два понятия для того, чтобы соотнести их либо с программной разработкой, туда больше относятся абстрактные синтаксические деревья, и конкретное синтаксическое дерево больше касается именно лингвистики и разных языков не программирования, но языков, на которых мы с вами разговариваем. Давайте начнем с конкретного синтаксического дерева. Это на самом-то деле это некоторый список, это может быть дерево, либо список, на которое разбиваются предложения. То есть наш текст разбивается на предложения, а каждое предложение можно разделить на какие-то составляющие части. Все достаточно прямолинейно, у нас есть определенная фраза, и мы просто ее делим на определенные составляющие. Каждая составляющая слабо зависит от своего окружения. Да? То есть мы просто говорим о том, что
каждый этот элемент, это может быть какое-то либо слово, либо знак препинания, либо разделитель слова. И конкретно, что оно делает в предложении, нас особо не интересует. Мы знаем, что оно есть, оно определенного типа, и оно имеет определенную позицию. Вот, этого достаточно. То есть из такого дерева мы можем восстановить исходный текст ровно так же самое. Мы просто его собираем в текст, и получается ровно тот же текст, который у нас был до этого. Если мы применим такой подход для нашего кода в программировании, это мало поможет понять, какая логика кроется за этим текстом. Тем более иногда знаки препинания в коде, они несут принципиальной важности, и в некоторых языках программирования вовсе не нужны. Ну, например, тот же Python. Да? То есть все решается отступами, точки запятой, там как бы их толком как бы и нет, и не надо. То же самое в JavaScript. Иногда код может поломаться, если вы используете точку запятой не там, где нужно, либо ее не используете, либо вообще не поломаться. То есть это не принципиально. В отличие от конкретных синтаксических деревьев, абстрактные деревья отражают некоторую структуру кода, написанного на конкретном языке программирования. То есть мало того, что они несут смысловую нагрузку, они смысловую нагрузку несут для конкретного языка программирования и не для какого другого больше. То есть, например, для Python это будет свое абстрактное синтаксическое дерево, для JavaScript это будет свое синтаксическое дерево. Да, то есть сами по себе детали, например, знаки препинания и прочее, они могут быть включены в абстрактное синтаксическое дерево, а могут на самом-то деле не нести никакого смысла, их там даже и не будет. Если мы посмотрим с вами сейчас на сводную табличку, просто для понимания того, что такое AST или CST, то мы с вами увидим, что действительно не все детали включены в абстрактное синтаксическое дерево, но опять же таки, когда мы абстрактное синтаксическое дерево можем снова перевести в код, это будет абсолютно работающий код, даже если некоторые вещи изначального код сэмпла, из которого мы строили дерево, там могут не присутствовать. Но в принципе он будет работать идентично абсолютно к тому куску кода, который мы изначально с вами взяли для построения этого дерева. Да, то есть конкретное синтаксическое дерево не зависит от языка, на котором мы его пишем, потому что контекста никакого там на самом-то деле нет. Абстрактное дерево, конечно же, содержит этот контекст и имеет смысл только в рамках конкретного языка. И конкретное синтаксическое дерево и абстрактное синтаксическое дерево обратно может быть отрисовано в текст, из которого мы его и строили на самом-то деле. И мы дальше с вами увидим, для чего это делается и как это можно применять на практике. Тип структуры, как я уже говорил, для конкретного дерева это может быть список либо дерево, а для абстрактного синтаксического дерева это только дерево. Потому что имеет смысл, когда определенный узел находится под другим узлом, либо вне этого узла, либо как дочерний узел в соседнем узле. Это все очень важная информация для того, чтобы построить обратно потом логику. И фазы компилятора, либо интерпретатора, у кого что, на которое это срабатывает, конкретно синтаксические деревья, они строятся на этапе трансляции кода, то есть когда мы только изначально анализируем наш код, AST строится на этапе уже самого анализа кода, чтобы понимать, а что же там написано в этом коде и что нужно будет выполнить, либо перевести в байт-код. Да, вот маленький пример. Это просто variable declaration. У нас есть определенная переменная item, мы ей присваиваем значение 10. Слева мы показываем, как будет выглядеть конкретное синтаксическое дерево, а справа абстрактное синтаксическое дерево. Получается, слева мы видим, что у нас есть просто список элементов. Каждый элемент имеет определенный тип и определенное значение. Вот value let это keyword, определенное ключевое слово. Мы не знаем, какое и как оно дальше будет применяться в этом языке. Дальше у нас item, это некоторый identifier. То есть мы знаем, что это, но не знаем, как это применить тоже. Дальше у нас есть пунктуатор, это знак присвоения, так же, как и пунктуатор, точка с запятой. И у нас есть некоторое числовое значение со значением 10. Это буквально вся информация. Если мы посмотрим справа,
на абстрактное синтаксическое дерево, мы увидим, что у нас всегда есть базовая главная нода — это программ. В этой ноде есть всегда body, в котором как раз заключена вся логика нашего либо модуля, либо код сниппета, либо еще какой-либо структуры. И мы видим, что здесь у этой ноды есть тип variable declaration, и внутри у нас есть декларации. В этой декларации у нас буквально она одна, в этом массиве только один элемент, типа variable declarator, у него есть некоторый идентификатор, и есть имя, item. То есть вот этот item, который мы пытаемся присвоить ему некоторое значение. И у нас есть справа от равно некоторый литерал со значением 10, и row значение — это, грубо говоря, то есть сырое значение, которое может быть использовано там в других местах либо для построения потом некоторого месседжа, абсолютно неважно. И тип этого декларатора — это let. То есть мы знаем с вами, что начиная с ECMAScript 6 у нас появляется как раз, который ECMAScript 15, появляется разделение на let и const, то есть здесь как раз это отражено. И source type как раз у нас это скрипт некоторый. Тут еще может быть модуль там, или другие абстрагированные структуры. Да, и на самом-то деле, какие задачи мы можем решать с помощью абстрактных синтетических деревьев? Абсолютно неважно, какой язык программирования вы используете, чтобы запустить ваш код, нужен некоторый программный слой. Во многих языках это либо интерпретатор, либо компилятор. В зависимости от языка, который вы используете. От этого как раз и название языков происходит. Это либо интерпретируемые языки программирования, наподобие JavaScript, Python, Ruby, либо компилируемые языки, например, там Java, C#, C++ и прочее. Любой, абсолютно любой код на любом языке нуждается в некоторой обработке на этапе компиляции. Эта обработка помогает не только построить некоторое структурное понимание вашего кода, да, то есть что на самом деле написано в этом коде, какие части от каких зависят, где вызывается, кем вызывается, при каких условиях и прочее. Но также для семантического анализа и проверки смысловой корректности того, что написано в этом коде, и корректности использования также специфических структур и элементов в этом коде. И только после такой вот проверки, то есть многошаговой проверки, которая происходит на этапе построение абстрактного синтетического дерева, беглой проверки на базовые критерии, компилятор приступает к построению либо там байткода, либо другого набора инструкций, то есть в зависимости от языка. И получается, базовая задача, которую можно решить с AST, это понимание структуры вашего кода, это валидация вашего кода против каких-либо ошибок, либо неточностей в нем. Это аналитическая информация. Например, хотите вы построить модуль, в котором будет там не больше 10 переменных. То есть, и мы просто проверяем тот факт, что в дереве там определяется не больше 10 переменных, и это правило либо может быть нарушено, либо быть удовлетворено. Также это может быть оптимизация кода. Оптимизация в нашем случае это не только может быть по перформансу, но и оптимизация по ресурсам, которые используются у вас в коде. Например, у вас есть задача использовать минимальное количество литералов и максимальное количество констант, которые определены где-то в другом месте, например, там utilities, либо constants, либо где-то еще, например. И очень крутая и сильная штуковина, которая может делать AST, это трансформация вашего кода. Это то, как работает, например, трансформация между TypeScript и JavaScript. В теории это может быть что угодно. Это может быть трансформация вашего JS-кода, например, в Python-код. Мне кажется, есть подобные амбициозные проекты. Кто-то их делает, кому-то они действительно нужны. На самом-то деле, как только мы понимаем, какая у нас есть логика, мы можем что-то с ней сделать. Но опять же таки, давайте будем помнить о том, что абстрактное синтаксическое дерево, оно имеет смысл в определенном языке программирования, и это уже немножко более широкая задача, как сделать трансформер с одного абстрактного синтаксического дерева в другое дерево. Но
в принципе, почему бы и нет. Давайте посмотрим теперь вот эти наши пункты по задачам. Более детально, буквально бегло, тоже в нескольких словах. То есть первая трансформация – это как раз тот момент, что мы можем превращать код из одного языка в другой. Потому что на самом-то деле после лексического анализа нашего кода мы получаем полноценную репрезентацию кода, которая, с которой можно восстановить изначальный и полностью работающий код абсолютно без потери логики. И действительно, то есть получается, мы можем трансформировать этот код, как мы хотим. И есть такое целое широкое направление, называется DSL. Domain Specific Languages – это, например, когда стоит задача для определенного бизнеса либо сегмента бизнеса построить некоторый абстрактный язык, на котором не инженер может писать определенные процессы либо структуры, которые решают конкретную задачу для конкретного бизнеса. То есть это нечто среднее между языком программирования и где-то оно ближе, может быть, к 1С-программированию, кто знаком либо слышал, тот понимает, о чем я говорю. Да, вот именно он более упрощен, но на нем можно делать действительно крутые штуки в рамках вашего бизнеса. Следующая задача, которую мы можем решить, это оптимизация нашего кода. То есть оптимизировать можно не только по производительности, но и по количеству переменных, например, в нашем коде. Перед нами может стоять задача использовать минимальное количество литералов функций, как я и говорил вам. И все переменные, не все переменные в коде могут на самом-то деле использоваться. Да? Например, если мы посмотрим слева, то мы видим, что функция, анонимная функция, которые присваиваем переменной B, она нигде не вызывается. То есть если мы ее удалим, ничего в коде, в логике кода на самом деле не поменяется. Да? И то есть мы здесь делаем промежуточную версию. Это некоторая функция T, которую мы потом присваиваем просто A и C. То есть этот код, в принципе, работает идентично в рамках этой заданной логики. Следующая задача – это валидация и аналитика. То есть это то, что решает для нас в основном вот часто ESLint, то, что мы видим часто у себя в редакторе кода, это когда, например, мы используем let, там, где на самом-то деле мы должны использовать const. То есть у нас определяется b, которое никогда не переприсваивается. И на самом-то деле по-хорошему здесь нужно использовать const, и все у нас будет хорошо. И аналитика — это сюда же, например, понять тот факт, что у нас в модуле используются две функции, A и B, и они обе вызываются. Вот такая вот и на валидацию, и на аналитику задачка. Из чего состоит абстрактное синтаксическое дерево? Какие узлы находятся конкретно для JavaScript? Базовый — это программ, с которого всегда все начинается, это как entry point и точка как раз выхода из дерева. То есть мы всегда можем какую-то логику агрегировать для дерева и потом в этой точке как раз анализировать, что у нас по факту получается. Это может быть функции, это variable declaration, arrow function expression, array patterns, разные REST элементы, еще 100-500 абсолютно безумных нод, которые на самом-то деле кому-то, наверное, могут пригодиться. Есть спецификация S3 на этот момент. Ссылочками всеми, конечно же, я с вами поделюсь немножко позже. По этой спецификации у нас есть некоторое разделение. Например, базовая, самая обширная спецификация, которая у нас есть, это ECMAScript 5. То есть мы можем открыть и посмотреть, сколько реально нод здесь есть. По каждой ноде мы можем открыть и посмотреть информацию, которая показывает, с чего эта нода состоит, какие есть там типы и прочее, и прочее, и прочее. Забегу немножко вперед, и я покажу вам более простой способ, как можно видеть всю эту информацию, но для референсного подхода, чтобы вы могли почитать более детально о этих нодах, эта информация вам все равно нужно понадобится. Плюс, опять же, каждый год у нас происходит пересмотр стандарта, да, и у нас спецификация расширяется. Например, мы видим здесь ECMAScript 2015, и мы видим абсолютно все моменты, которые здесь релевантны к
к этой спецификации, это разного рода export name declaration, export спецификаторы и прочее, и прочее. То есть мы можем с вами посмотреть легко о том, что у нас там в ECMAScript 2020, да, что у нас там появились литералы и chain expression, import expression, там, и export all декларирование для экспорта модулей. Вот. Также просто не мог не добавить ссылочку на то, что у Python есть свой модуль по работе с абстрактными синтаксическими деревьями. То есть ребята пошли немножко дальше и помогают прямо из коробки анализировать код, который пишут на самом-то деле. Это очень прикольная штука. Но я считаю, JS ничем не хуже на самом-то деле. Просто эта информация, она более разрозненная, скажем так. И, может быть, действительно нет необходимости усложнять логику и раздувать базовый интерпретатор. Окей. Ну и наконец-то, не буду вас мучить, давайте с вами посмотрим и попробуем решить реальную задачку, которая у нас может быть. Есть очень классная штука для работы с абстрактными синтаксическими деревьями, это называется IST Explorer. Это онлайн-редактор все в одном, который помогает решать сразу много задач. Первое – это анализировать ваш код на предмет дерева, которое получается из него. Это строить некоторую логику, видеть результат и строить автофиксы. То есть, да, для каждого правила в ESLint есть возможность, некоторая опция делать автофикс, чтобы решить проблему сразу же нажатием там, одной кнопки либо вызова со специальным ключом ESLint программы и пофиксить сразу все violation'ы там кода. Здесь я сразу же сделал настройку небольшую. Трансформация у нас будет для ESLint версии 4. Это сразу нам добавляет в редактор два дополнительных поля. Здесь вот внизу мы будем с вами писать некоторую логику для нашего правила. Справа внизу мы будем видеть результат, который получается с автофиксом, который у нас будет для этого правила. Сверху это наш пример кода, который мы будем на самом деле анализировать. И справа мы видим с вами как раз дерево, абстрактное синтетическое дерево, которое строится для нас из этого куска кода. Какую задачу мы будем решать с вами? У нас есть определенные литералы темплейтов, template literals, в которой мы можем использовать переменные для того, чтобы шаблонизировать эту строку. И, допустим, или заказчик, или тимлид поставил перед нами задачу, что нам нужно максимально использовать ресурсы эффективно и не использовать template literals там, где это действительно не нужно. Например, вот здесь внизу у нас есть некоторый expression внутри этого темплейта, да, и он что-то для нас сделает. Вместо него может быть здесь какая-то переменная. Например, мы можем там bad-код вынести в переменную, и здесь использовать эту переменную, по факту мы получаем литерал. Но вот это вот место вот здесь вот, либо вот эти вот элементы списка, они не обязательно должны быть темплейтом, они могут быть просто строкой. И как раз давайте попробуем построить некоторую логику. Логика строится на основании того, что у нас есть определенные типы нод, и мы можем указывать их в объекте, который мы возвращаем для ESLint, как некоторые типы узлов. Например, если мы для программ exit, вот мы здесь return делаем объект, если делаем для типа program exit некоторую логику, она будет выполняться как раз на этапе программ, то есть это базовое вхождение или выход как раз с этого модуля. Вот этот exit как раз это некоторый хук, который дает нам возможность как раз на выходе уже из интерпретации нашего модуля сделать некоторую логику. Здесь я набросал буквально сразу же некоторую функцию, она называется report, принимает она определенную ноду, и что она делает? Есть некоторые понятие как контекста, в котором хранится базовая информация и все утилиты, которые относятся к абстрактному синтетическому дереву. И там вот есть метод report. Он обязан в себя принять конкретную ноду, это узел, который мы анализируем,
некоторое сообщение, которое нужно показать при нарушении этого правила, например, do not use template literals. И fix метод, который как раз возвращает некоторую логику для того, чтобы пофиксить это нарушение. Что мы здесь делаем в фиксе? Мы просто посмотрим, что если есть такая вот нода, например, и у нее тип – это template, мы возьмем у этой ноды начало, первый символ, и заменим его на двойную кавычку. То есть сделаем где-то вот так. И в конце сделаем ровно то же самое. Это и будет фикс нашего правила. Давайте посмотрим дерево, чтобы понять, как это сделать. Например, мы видим в этом дереве много разных типов. И вот я клацнул на print tips, и нам показывает, что это дерево function declaration. У него есть определенный тип идентификатор, генератор и прочее, но он нас мало сейчас интересует. Нас интересует вот эта вот штуковина как раз, чтобы понять, как с ней работает. И мы понимаем, что эта штуковина, она в Variable Declarator, и называется она Template Literal. Если посмотрим вглубь ее, мы увидим, что у нее есть Template Element. Это как раз то наполнение этого темплейта, без кавычек уже, у которого есть там Value. Да, это то, что нас интересует. Вот. И у нас есть такое свойство, как expressions. Expressions это как раз говорит о том, что есть некоторая параметризация темплейта, с которой получается потом конечный текст. Если мы выберем вот этот темплейт, то мы увидим, что внутри его есть в expressions один элемент. И это литерал как раз. Это может быть переменная, что угодно. Но для таких вот случаев, как у нас здесь, экспрессионов, они просто пустые, их там нет. И как раз это дает нам возможность зацепиться за этот момент и построить логику, что если, например, у нас есть template literal, и в нем внутри expressions пустой, то значит нам нужно вывести ошибку и предложить вариант фикса. Мы возвращаемся в объект, который у нас есть, и пишем template literal. Это будет некоторая нода. И это метод, который что-то будет возвращать. Внутри этой ноды мы будем смотреть, что если у нас нода expressions и длина равна нулю, то нам нужно что-то сделать здесь. Что нам нужно сделать? На данном этапе это некоторый хук, который, как только мы будем попадать в дереве, траверсить дерево, то есть проходиться по всем его узлам и попадать на этот тип, он будет вызывать этот кусок логики. Для того, чтобы собрать такие все узлы, которые у нас требуют внимания, нам нужно ввести какую-то переменную. Например, violations list. Это пустой массив. И мы смотрим, если у нас длина равна нулю, то есть expression внутри нету, что мы делаем здесь? Violations list push not. То есть мы просто собираем все элементы как раз в один общий список. Вот, мы собрали все эти элементы, и конечной нодой, как я вам говорил, будет как раз program exit. И там будет какая-то логика. Мы здесь создали некоторую функцию report, которая будет вызываться. Да? Давайте попробуем его вызвать. Для этого нам нужно пройтись по violation lists list for each. И что мы будем делать? Мы будем вызывать report и передавать ноду внутрь. Violation list is not defined. Окей. Да. И что мы видим сразу с вами справа внизу? Все места, где у нас были использованы template-литералы, они заменены просто на строчные литералы с двойными кавычками. Как раз то, как мы указали вот это в нашей логике. Все, кроме одного template-литерала, в котором действительно было некоторое выражение, которое как раз используется для того, чтобы форматировать.
как элемент. То есть, по факту, у нас уже получился базовый модуль, который мы можем использовать как-то в своем проекте, который что-то для нас вот реально делает полезное. Давайте теперь посмотрим, как мы можем это реально применить. На данном этапе я просто... Самые наблюдательные из вас, наверное, заметили, что я сверху здесь оставил комментарии. Это как раз вот в S3 спецификации посмотреть на эти ноды, которые мы использовали здесь. Это программ и это template literals. Вот. То же самое, что я вам показывал на GitHub немножко раньше. Итак, копируем эту логику. И сейчас начнется самое интересное. Как подключить это все в реальном проекте? Давайте его сначала откроем. Да, у нас есть некоторый source, и в нем есть index.js. Абсолютно не важно, что там есть. Стоп, немножко не туда. Мы берем, вставляем сюда наш пример кода, который у нас есть. Как раз его мы с вами будем проверять. Да, это есть. Итак, для того, чтобы нам добавить в ESLint наше кастомное правило, нам нужно его сначала где-то локально описать. Это может быть либо модуль, который мы можем запаблишить либо через NPM, либо мы можем создать локальный модуль, который мы сможем заинсталить к нам в проект и его же как раз и использовать потом у себя дальше. Давайте, наверное, здесь построим некоторое дерево. Тут будет либо rules, внутри этой штуковины, например, не знаю, no literals usage.js. Это будет некоторый модуль, в который мы добавим нашу логику. Логика рабочая, мы это только что посмотрели на STExplode. Для того, чтобы сделать это правило пакетом, который мы можем переиспользовать, нам здесь по-хорошему можем сделать красиво, сделать index.js внутри index.js. Я буду использовать common.js нотацию. Нам нужно сделать экспорт объекта с свойством rules и внутри добавить некоторое свойство no literals usage. И нужно нам что-то заимпортить здесь. Да? Нам нужно здесь заимпортить нашу базовую логику. Окей, должно быть как-то так. И здесь мы его будем использовать. No literal usage. Окей, для того, чтобы сделать это пакетом, нам еще с вами нужно добавить здесь интересную штуку, которая называется package.json. Этот package.json обязательно должен иметь name. Это может быть какой-нибудь custom... там есть, по-моему, да, там есть ESLint плагин. Там есть конвенция, что такого рода плагины, они должны начинаться с названия ESLint плагин. Вот, это будет custom rules, это может быть версия 1.0.0. И нам нужно указать main, да, это все-таки... JSON, main entry. Это у нас будет index.js. Окей. После этого мы с вами идем в наш package JSON родительского проекта. И нам нужно с вами добавить эту зависимость. То есть у нас здесь уже есть ESLint,
И мы говорим о том, что нас интересует зависимость наша кастомная. Есть lint плагин, custom rules. И мы говорим, что протокол у этой штуковины – это файл, и за ней нужно пойти в lib, rules, lib rules. Этого должно быть достаточно. Теперь, по идее, мы должны вызвать npm install, и он должен установить нам этот пакет. Как это можем проверить? Можем пойти в... У меня такая есть штуковина, как Ranger. Она, это файловый менеджер, который помогает понять, что у нас есть. И нас тут интересует ESLint плагин Custom Rules. Такая зависимость есть. У нас есть контент, который зарезолвен для нас. Отлично. То, что нам как раз и необходимо. Но чтобы эта штуковина заработала, нам нужно еще добавить ESLint RC. Конфигурация. Которая будет выглядеть примерно модул экспорт. У нас есть некоторый environment. Это та среда, в которой мы будем запускать наш код. Это браузер. Например, мы захотим использовать console.log. И это ECMAScript 6 true. Также нам нужно подключить плагин, который мы как раз добавили как кастомный пакет. Это будет custom rules. И это будет rules секция, которая будет для нас вот тем ключом, что нам нужно использовать это правило. И мы говорим, что custom rules. Это название, которое без того префикса мы как раз в пакете использовали. И у нас название самого правила no literals usage. Вот, по идее, этого должно быть достаточно. Единственное, что нам нужно указать violation, severity как раз, какой уровень ошибки этой. Это может быть error, warning и прочее, прочее, прочее. Теперь мы вернемся в package.json. Нам нужно добавить скрипт. Скрипт я немножко раньше добавил, что мы проверяем есть линтом как раз таки это скрипты. Давайте его попробуем запустить. Npm run lint. Так. Да, и он как раз показывает нам, что у нас есть в index.js 4 нарушения. Мы возвращаемся обратно в этот index.js, и мы видим эти нарушения. И мы видим как раз тот кастомный текст, который мы использовали. Do not use template literals и то правило, которое мы как раз вот создали с вами немножко раньше. Custom rules, no literals usage. Да? То есть мы это видим и в консоли, и в редакторе. Опять же, ну как мы можем его пофиксить? Например, правой кнопкой, даже не правой, то есть наводим в VS Code это сделано так. И здесь есть предложение quick fix. И мы можем выбрать fix this custom rule, no literals problem. И он делает для нас fix. Опять же таки, мы можем сделать quick fix. Fix all auto-fixable problems в этом файле. То же самое сделать абсолютно для всего сразу. Та-дам! И у нас уже сразу с вами есть валидный код, который pofiction, который работает. И это правило у нас уже, в принципе, оформлено даже в пакет. То есть мы можем его запаблишить либо в свой... репозиторий. Либо если привести его в нужный вид, и это нужно будет комьюнити, вы увидите, что такая проблема не решена кем-то до, написав сюда документацию, вы можете законтрибьютить в open source, и вам будут благодарны очень многие люди, потому что вы решите для них некоторую проблему, с которой они столкнулись, и у них просто физически нет либо времени, либо возможности разобраться, копнуть в нее, да, вот именно такие моменты. Либо у вас на проекте происходит что-то специфическое, например, и люди делают одну и ту же ошибку, наступают на те же грабли из
с проекта в проект, с итерации в итерацию, и вы просто хотите для них подсветить этот момент, да, то есть они будут писать код, наступать на эту ошибку и сразу видеть, что это за ошибка, почитают документацию, могут сразу пофиксить, потому что обычно люди не хотят фиксить руками, они говорят, блин, это ограничения какие-то, где свобода, я свободный девелопер, я хочу писать, как я хочу, а вы им сразу предлагаете вариант. Здесь есть автофикс, чувак, можно пофиксить сразу же буквально нажатием одной кнопки. И буквально быстренько последний момент, который я хотел вам показать, это живой пример из библиотеки ESLint. Вот просто показать, как с этим работать и что это на самом деле такое. Например, самое простое, что я увидел, бегло просмотрел, это all last, end of line last string. Грубо говоря, иногда вы видите, что у вас в проекте должна присутствовать последняя пустая строка в любом модуле. Почему так случилось? Случилось так исторически, потому что были старые машины, в которых были специфические символы, которые нужны были для подачи линии бумаги, грубо говоря, то есть на печатных машинках, и переноса каретки с конца в начало новой строки, вот на этой новой линии. Вот. И мы видим, что здесь, что такой код, он невалидный абсолютно, а такой код, он у нас валидный. Почему? У нас есть этот символ переноса на новую строку. Давайте быстренько просто глянем, как это заимплеменчено внутри ESLint репозитория. Я вам покажу, что все ровно так же построено, что у нас есть некоторый экспорт объекта, в нем есть метаинформация о том, что это такое, некоторая документация, которую можно почитать. Схема показывает, как мы можем типа использовать это правило. Всегда, никогда Unix-система — это что-то outdated, и Windows-система, потому что там этот символ, он другой. Например, не только... Да, там получится он двойной, то есть перенос и возврат каретки. В Unix-системах это просто один символ перенос и возврат каретки. Просто так исторически сложилось. Не спрашивайте. Да. У нас есть программ, hook, и есть некоторая функция, которая к нему привязана. У нас есть контекст, через который мы получаем, там много классных утилит, получаем source code, получаем с него текст. У нас есть некоторая локация. Мы используем LDash-библиотеку для того, чтобы там поковыряться в свойствах этих структур. В данном случае это массив. И мы берем колонку там и линию. И вот LF — это line fit как раз, то, что я вам говорил. Это символ специфический, который для подачи бумаги в старых машинках, который сдвигает бумагу на одну строку. И carriage return line fit, который как раз подает бумагу и возвращает каретку. Вот. И у нас есть некоторая проверка. End with new line. Мы сразу же здесь проверяем, что если source заканчивается line feed'ом, то у нас все классно. И мы дальше смотрим, что если source у нас невалидный, мы ничего не делаем. Если у нас стоит значение always для этого правила, то мы append, то есть мы fix делать не будем. Если у нас mod Unix, это то же самое, что always. Если Windows, то должен быть append другого символа. Вот. И дальше мы смотрим, что если mod always, то мы делаем report, в котором указываем ноду, некоторую локацию, некоторое сообщение и фикс, который нам нужно сделать. По факту просто insert, фикс тоже принимает объект фиксера, у которого есть разные методы для работы с вашим кодом. Есть insert text after range. И указываем просто range, куда нужно вставить эту пустую строку. И если у нас mod never, то есть мы не хотим этого новой строки, то мы делаем фикс обратный. На самом-то деле мы делаем replace text range, просто удаляем эту пустую строку. Вот это будет весь фикс. То есть логика вполне понятна, то есть абсолютно для всех правил. Вот есть link leap rules all last, например, она есть, и тут куча, просто море других правил, которые можно поизучать, как делать это ESLint. Может, у вас будут более крутые идеи, как это можно пофиксить по-другому. Вот. И буквально вот немножко документации, что почитать конкретно. Это AS3 спецификация, посмотреть демосекцию, там sprima.org, классные штуки, то же самое, код-форматор, валидатор и прочая информация. Опять же таки, приятная штуковина, которая есть в Python, это посмотреть AST-модуль внутри Python. Для TypeScript и адептов TypeScript у нас есть свой AST-вьювер тоже. AST-эксплорер
Это как раз та штуковина, в которой мы с вами разрабатывали этот, эту логику для нашего правила. Классная база, шикарная статья по AST в целом. И сравнение AST и CST тоже вот классная статья. Спасибо вам огромное за терпение и за внимание. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна, и вы что-то для себя подчеркнули, какие-то идеи вдохновились и будете использовать для себя. Руслан, дуже дякую. Я сподіваюся, JavaScript девелоперам буде дуже, дуже цікаво, і вони будуть вже застосовувати ці знання про синтаксичні джерела в своїй роботі. І я думаю, що ми ще буквально пару хвилин почекаємо на ваші запитання. Пишіть в чат або включайте мікрофон і задавайте Руслану запитання, якщо вони є. На самом деле информации по этому топику очень много, но многие боятся как бы ее затрагивать, потому что это кажется чем-то не очень полезным. И на самом деле, да, бизнесу сложно продать, почему нам нужно потратить время, чтобы писать свои правила. Так что вот, не стесняйтесь, в случае чего пишите мне, контакты тоже будут. Вот если какие-то будут специфичные вопросы, я постараюсь помочь, чем могу. Вот. Всі контакти та всі презентації ми пошаримо у нас на сторінках. І якщо, в принципі, запитань немає, та пишуть в чаті, що, в принципі, немає, все круто і ясно, то ми думаємо, що всім все зрозуміло. От, Руслане, дуже дякуємо вам. І я хочу нагадати, що посилання на кампанію «Таблеточки» вже в чаті, де ви можете подякувати нашому спікеру за його крутий спіч. Ну і ми будемо продовжувати. Наступний наш спікер Влад Люб'язний. Він фронтенд-девелопер в RedWerk. Він має 3 роки досвіду в фронтенд. Був фронтенд-коучем, ментором та спікером в Main Academy. І загалом обожнює котиків і вареників. Влада, прошу. Привіт, я Влад, я фронтендер. І почати хотів з того, щоб подякувати Руслану за класну доповідь, мені дуже зайшла. І частково вона перетинається з тим, що готував на сьогодні я, тому моя доповідь буде чуть-чуть коротша. Я постараюсь не повторюватися, але я тільки постараюсь. І ще раз про доповідь Руслана. Мені сподобалась фразочка про вільного розробника, і як хочу, так і пишу, бо, в принципі, саме цей момент надихнув мене на сьогоднішню тему. І опа, тема моя – як стати розробником і лишитись людиною. З чого почати? Давайте почнемо ми з того, що незалежно від мови і від того, чи то вона проходить компіляцію, чи то інтерпретацію, в принципі, будь-яка мова, вона проходить певну підготовку перед тим, як буде скормлена машині. Тому, в принципі, можна припустити, що байдуже, як ми напишемо наш код. Але є той, хто робить наш код зрозумілим для машини. Та? Це якийсь інтерпретатор або компілятор. І питання лишається, хто робить наш код зрозумілим для людини. Саме це питання я хотів би сьогодні підняти, оскільки ми щодня пишемо код, з цим кодом працюють наші колеги. Колись цей код стане легасі, і з ним доведеться працювати нашим нащадкам. В якийсь момент, знаєте, через тиждень ви самі глянете в свій код, і вам знадобиться певний час, щоб освіжити в пам'яті, це вже не говорячи про якийсь там проєкт річної давнини, куди треба додати якусь нову фічу. Тому завжди потрібно, так би мовити, прагнути до того, щоб наш код він був максимально зрозумілим і простим. І почати я хотів би з простенького прикладу. Зацініть картинку. І приклад. Є така думка серед розробників. Я для прикладу взяв JavaScript, але приклад, можливо, застосується і для інших мов програмування. Є така думка, що крапка з комою в JavaScript вона не обов'язкова, її можна легко ігнорити. Втім, це твердження, воно не завжди вірне, і можна легко вистрілити собі в ногу. І виходячи із цього прикладу, який зараз у нас є на екрані,
Уявімо, в нас є 4 строки. Це у нас є константа Java зі строкою Java, константа script зі строкою script. Коротше, ви бачите. І може на перший погляд здатись, що цей код цілком валідний і він спрацює. Втім, це не зовсім так. І це не зовсім так, тому що JavaScript він не ігнорує відсутність крапки з комою, а навпаки, в процесі виконання ця крапка з комою вона підставляється в потрібних місцях. І одне із правил нам говорить, що крапка з комою підставиться там, де закінчується вираз, і є перенесення строки. Тобто ми дивимося на наш код, в нас є 4 строки, 4 вирази, в кінці кожної строки в нас є перенесення строки, тому ми припускаємо, що крапка з комою підставиться, і все окей. Втім, у кожному правилі є виключення, і в даному випадку виключення наступне. Крапка з комою не ставиться перед квадратними дужками, які відкриваються. Чому так? Тому що квадратна дужка, як нам відомо, це не одна, дві квадратні дужки. Дві квадратні дужки – це літерал масива, але крім того, що це літерал масива, це ще і оператор доступу до властивості об'єкта або масива, або там символа строки. Тому навряд можна якось передбачити, чи це у нас створюється літерал масива, чи це у нас оператор доступу, тим більше, що якщо ми в квадратні дужечки натулимо через кому кілька якихось різних ключів, це не буде якоюсь помилкою. Тому практично це неможливо передбачити, і саме тому є таке виключення, що перед квадратною дужкою, яка відкривається, крапка з комою не ставиться. І який ми отримаємо результат, коли виконається цей JavaScript-код? А результат буде наступний. В нас буде помилка, що cannot read property for each of undefined. Чому так? Тому що крапка з комою не поставиться після зміни скрипт, і наступна квадратна дужка буде розцінена як оператор доступу, і у зміни скрипт буде спроба отримати властивість J. Це, звісно, буде undefined, і тому ми отримаємо помилку. Як з цим боротись? Ну, по-перше, треба час від часу заглянути в специфікацію мови. Вона в JavaScript дуже класна. По-друге, потрібно дивитись в таку штуку, як кращі практики від Google. Є класні кращі практики для JavaScript в Airbnb. І навіть якщо виходити із рекомендацій, які надають кращі практики, хоча б з того ж Airbnb, ми могли б уникнути ситуації той, яка в нас є зараз на екрані, використавши дві рекомендації. Перша – це ставить завжди крапку з комою в кінці строки, або отак ось в наглу не хардкодить літерал, а спочатку створювати якусь зміну, в неї класти цей літерал, і вже безпосередньо зміною викликати якісь там методи, які нам потрібні. Вернемося все-таки до того, чому я це почав. Тому що завжди краще писати так, як треба, а не так, як нам хочеться, навіть якщо ви вільний розробник. Ну і знову ж таки, навіть якщо ви знаєте, як треба правильно писати, так би мовити, в чужий монастир зі своїм статутом не ходять. Якщо ви приходите на проєкт, на проєкті код написаний згідно якогось внутрішнього там маніфесту стилю, якщо він такий є, то, звісно, треба його дотримуватись, а не в той час, коли ніхто не ставить крапку з комою, ви її тулите, це прям безкультурно, я би сказав. Ну і, звісно, юзаєм лінти. Лінти – це круто. Тут без текста, тут чисто картинка. Скоріше всього, ця картинка вже когось наштовхнула на те, про що я зараз буду говорити. І почну я з того, що є така абревіатура WET, читається вона як WET з акцентом. Що вона означає? По-різному розшифровується, мені найбільше подобається Write Everything Twice. В чому суть? В принципі, всі ми з цього починали, я маю на увазі всіх розробників. Ми коли стартували, ми писали дуже багато коду, писали одне і те ж, писали по 100-500 разів. І це було круто, тому що нам треба було сформувати наші розробницькі мозги і набити нам руки. Але втім, такий підхід, він, звісно, себе не виправдав, коли ми підійшли до першого там плюс-мінус масштабного проєкту. Тому
Вет – це взагалі, я би сказав, не підхід, це скоріше такий собі мемчик на противагу іншого реального підходу в розробці. Це DRY, який розшифровується «Don't repeat yourself». І суть його в чому? В тому, що не потрібно писати один і той самий код по кілька разів, ну, мається на увазі в одному проєкті. Чому ні? Ну, по-перше, тому що в процесі виконання двигун JavaScript, він не знає, з якого це дива ви натулили однакового коду, і він не знає, який з них можна перебрати, який не можна, і, звісно, він схаває все, що ви натулили, спробує його виконати, що, звісно, не є оптимальним рішенням. По-друге, я думаю, це в 2020 році не усвідомлює тільки лінивий, що якщо ви, наприклад, візьмемо якусь функцію, і вона робить певні дії, ви цю функцію взяли і накопіпастили по коду, і якщо в якийсь момент виявляється, що в цю функцію треба внести фікс, вам потрібно бігати по коду і в усіх місцях вносити цю правочку. Ну і по-третє, потрібно завжди лишатись людьми і думати про тих, хто колись торкнеться до вашого коду і буде ламати голову, чому ви все це натулили. І, можливо, в когось уже виникла якась асоціація між принципом DRY і тим, як працюють, навіть не так, як структуровані сучасні фреймворки. Якщо там взяти, наприклад, Vue, чи не Vue, ну будь-який, в них реалізований так званий модульний підхід, і суть його в тому, що будь-який функціонал, який теоретично може повторюватись, ви його можете огорнути в певний модуль, в інший компонент, і потім, власне, перевикористовувати довільну кількість разів. Але до чого я веду? Що, в принципі, кожен фреймворк, він, так би мовити, запроваджує певну структуру своїх компонентів. І візьмемо, для прикладу, Vue. Він мені найбільше симпатичний, в нього назва милозвучна. У Vue компонента, у нього є своя певна структура. Є блок шаблона, є блок скрипта, є блок стиля. І сам блок скрипта теж має свою власну структуру, це такий собі об'єкт, в якому є там певні поля, там data, якісь там components, watch, computed, methods. І ми з цією структурою нічого не зробимо. Втім, якщо взяти, для прикладу, блок methods, це звичайний об'єкт, в якому кожна властивість – це є власне метод. І от уже безпосередньо за реалізацію самих методів Vue не візьметься, він ніяк не буде слідкувати за тим, як ви все це робите, і по пальцям вам не дасть. Тому, коли ви пишете методи, тут вже треба дотримуватись певного людського стилю коду. Але втім, це не основний плюс фреймворка. Як на мене, основний плюс фреймворка в тому, що він всіх розробників будь-якого рівня і будь-якого досвіду заганяє в певні однакові рамки. І тут вже, ну, типу, як не крути, всі пишуть в плюс-мінус однаковому стилі. Юзаємо принцип DRY. Наступна картинка, думаю, теж уже дає підказку, про що піде мова. Можливо, вона навіть частково відображає те, як пише початківець, як пише середнячок і як пише людина із дебелим доступом за плечима. І, власне, про Solid я й хочу поговорити наступним чином. Solid – це що це взагалі є? Solid – це набір принципів. Оскільки перед цим я говорив про таку штуку, як DRY, це, звісно, круто, коли ви пишете код, не повторюєте, ви перевикористовуєте одне і те ж. Але з іншого боку, в гонитві за цією неповторюваністю в коді можна створити таку здорову химеру, яка робить все, але при цьому не повторює код. І це звісно, це не добре. І щоб якось врівноважувати отаку ось писанину, є інші принципи, і зараз ми розглянемо принцип Solid. Як я вже казав, це набір принципів. Давайте до них перейдемо. І перший з них – це принцип єдиної відповідальності. І назва говорить сама за себе. Суть її в тому, що кожен клас чи то модуль
і він повинен відповідати за якийсь один функціонал, тобто мати одну відповідальність. Розглянемо на прикладі. Так, я приберу себе. Розглянемо на прикладі. Є в нас дві колонки. Зліва, як ви вже зрозуміли, те, як не треба, а справа те, як варто робити. Що ми тут бачимо? У нас в лівій колонці є клас report. І цей клас, він, очевидно, призначений для того, щоб створювати якогось формату report. Він має конструктор, який приймає, ну, в даному випадку, тільки один параметр, але уявімо, що це в нас здоровий клас, і він приймає довільну кількість параметрів. Також є метод update, який очевидним є те, що цей update якимось перцем модифікує наші дані нашого репорта. І в якийсь момент виникає необхідність генерувати наш репорт у якомусь певному форматі файлу. Наприклад, в XLS. І, звісно, ми беремо і в наш клас report додаємо цей метод. А чому ні? Ми ж не будемо створювати якусь нову сутність чисто для того, щоб генерувати цей репорт. Проходить якийсь час і з'являється необхідність генерувати уже репорт не в XLS, а вже в CSV, потім в JSON і так далі, і так далі. І таким чином наш клас report, він розширюється функціоналом, який ніяким чином не стосується безпосередньо суті нашого репорту. Тобто це в нас з'являються методи, які беруть дані, їх якимось чином формують і видають. Але ніяких модифікацій вони не привносять в сам наш клас. Тому тут і є порушення принципу єдиної відповідності, тому що відповідальності. У нас вже дві відповідальності. Перша – це, грубо кажучи, накопичувати інформацію про репорт і тримати оцей стейт у собі, а друга – це вже генерувати наш репорт у різних форматах. Як з цим боротись? В правій колонці, там, де давньому-молодшому вже набагато легше, ми наш клас репорт розбиваємо на два окремих класи. Перший клас – це репорт, який безпосередньо буде відповідати за збір даних про наш репорт, за їх модифікацію. А другий клас – це репорт-генератор, який приймає в якості аргумента будь-який репорт, який ми йому передаємо, і вже безпосередньо в собі має методи, які із цього репорта формують якісь там файли. Просто. Наступний принцип – це принцип відкритості-закритості. Він теж дуже простий, і суть його в тому, що кожна сутність, вона повинна бути відкрита для розширення, але при цьому закрита для модифікації. Ну, саме, власне, твердження, воно, можливо, трошки мутне, але на прикладі буде зрозуміліше. На прикладі буде зрозуміліше. В лівій колонці що ми маємо? Давайте почнемо із головного героя, це клас полігон. Це якийсь, уявімо, в нас багатогранник. І цей багатогранник у нас може приймати в якості параметра вхідного якийсь масив інших геометричних фігур, але правильних геометричних фігур. І, наприклад, у нас є клас коло і клас квадрат. Це правильні геометричні фігури, із яких, можливо, складається наш полігон. І клас полігон також має в собі метод розрахунку площі Calculate Square і як реалізований Calculate Square. В ньому є береться наш масив частинок, по ньому ми редюсом пробігаємось, і для кожного конкретного типу правильної геометричної фігури розраховується його площа. Де тут є порушення принципу відкритості-закритості? Порушення в тому, що якщо, наприклад, у нас з'явиться додатковий якийсь клас, наприклад, не square, а якийсь там rectangle, тобто уже це буде не просто квадрат, а прямокутник, або якийсь ромб, або трапеція, чи будь-яка геометрична фігура, нам доведеться уже модифікувати наш клас полігон. Ми будемо його брати і йому в методі calculateSquare описувати,
якісь нові формулки для прямокутника, там, else-if, для ромба else-if, там, для трапеції. І це, звісно, недобре, тому що нам доводиться, так би мовити, ми створили фігуру, це перша дія, а друга дія, ми йдемо в полігон і ще модифікуємо полігон. Як з цим боротись? В правій колонці, як ми бачимо, створено додатковий клас фігура. Його можна створювати, можна не створювати, це зараз не так важливо, але ми його створили. Це простенький клас, який, в якому є такий абстрактний метод площа. Це метод, який буде розраховувати площу. І далі наші фігури, там круг і квадрат, ми розширюємо цим класом фігурою і перевизначаємо метод розрахунку площі. Тобто в самому класі коло ми заховуємо наш метод розрахунку площі кола, в класі квадрат ми тримаємо метод розрахунку площі квадрата. Тепер яким чином ми змінюємо метод CalculateSquare у нашому полігоні? Ми, як і раніше, пробігаємось по всім нашим частинкам полігону, але замість того, щоб перевіряти тип нашої фігурки, нашої частинки, ми просто беремо частинку і в неї викликаємо метод square. І цього достатньо, щоб отримати її площу. Тепер, коли нам потрібно додати якусь іншу фігуру, наприклад, якийсь там ректангл, ми просто його розширюємо від нашої базового класу фігура, перевизначаємо метод розрахунку площі відповідно до поточної фігури. І цього вже достатньо, тому що наш клас полігон, йому байдуже, які фігури в нього передають, він очікує, що у них є метод square. Це все. Наступний, який, мабуть, звучить не найбільш мутно, але теж трошки заплутано. Попробуємо його розглянути по-простому. І суть цього, це принцип підстановки Барбари Лісков. І суть його в тому, якщо простими словами, що якщо ми в якомусь місці використовуємо якийсь клас, то ми можемо без проблем замість цього класа підставити будь-який його нащадок. Для прикладу, уявімо, в нас є в лівій колонці у нас є клас Firearm, вогнепальна зброя, і ми в ньому прописали два методи. Перший метод – це стрільба, а другий метод – це крутить барабанчик з патронами. Потім ми від цього класа наслідуємо два інших класа – мініган і наган, кулемет і револьвер-наган. Також у нас є клас ковбой, який, очевидно, вміє стріляти. І цей клас ковбой в якості дефолтної зброї приймає клас Firearm. Також у нас є метод useWeapon, який дозволяє замінювати зброю на ходу. І є метод shoot. В цьому методі shoot, ну, так як ми очікуємо, що це буде клас Firearm, ми, звісно, крутимо барабанчик і стріляємо. Тепер, коли ми бачимо нижче, коли вже безпосередньо переходимо до виконання, у нас в ковбоя викликається метод shoot, коли в нього є дефолтна зброя. Без помилок. Потім ми для ковбоя використовуємо наган. Він стріляє без проблем. І коли ми для ковбоя використовуємо мініган, з'являється помилка. Чому помилка? Тому що коли ми розширили мініган від Firearm, йому також внаслідувався метод turn the revolver down. Але очевидно, що в кулемета такого барабанчика нема, тому ми перевизначили цей метод, в нього втулили помилку, ну, щоб ніхто там ненароком не покрутив барабанчик у нашого кулемета і не зламав його. Ну, по-перше, тут порушується не тільки принцип підстановки Барбари Лісков, вони, всі принципи, вони між собою пов'язані, переплітаються, якось одне одного підтверджують. Втім, в цьому прикладі конкретно ми розглянемо саме принцип підстановки Барбари Лісков. Якщо ми глянемо в праву колонку, як це питання вирішилось? По-перше, ми з класу Firearm прибрали метод turn the revolver drum. І тепер, коли ми
мініган наслідуємо від FireArm, нам не доводиться перевизначати наш метод крутіння барабанчика. Ну, тому що його нема в базовому класі, нам його не потрібно перевизначати. Далі ми створюємо новий клас Revolver, і його наслідуємо від вогнепальної зброї від FireArm. І так як це револьвер, в нього повинен бути барабанчик, ми йому визначаємо метод TurnsRevolverDrum. І тепер наш клас Наган ми розширюємо уже від револьвера. Тепер, коли ми створюємо ковбоя, звісно, що в ковбоя дефолтна зброя не просто якась там вогнепальна, а конкретно револьвер. І тепер ми можемо бачити наступну ситуацію, яку ми, коли в ковбоя створюємо його, в нього дефолтна зброя, просто револьвер. Він з неї стріляє без проблем. Потім ми використовуємо наган. Він стріляє без проблем. І потім, коли ми використовуємо кулемет, то у нас є помилка. І ця помилка виникає як в першій ситуації, так і в другій. Але в ситуації номер два ця помилка пов'язана з тим, що у кулемета немає метода крутіння барабанчика. В першій ситуації цей метод був, і він викидав помилку, а в другій цього методу вже нема. І так, ми маємо помилку і там, але в другій ситуації, по-перше, це вже більш природня картина, так як ми використовуємо револьвер і його нащадок. По-друге, у нас вже є можливість перевіряти тип зброї, яку передають. Тобто нам не доводиться якось по-костильному перевіряти наявність у зброї того чи іншого методу. А ми можемо конкретно перевірити інстанс тої зброї, яку нам передають. Якщо там використовувати якусь мову степізації, то тут проблем взагалі немає. Ось так. Все простіше, ніж в назві самого принципу. Наступний принцип – це в нас літера І. Це, якщо простими словами, це принцип розділення наших інтерфейсів. І суть цього принципу в тому, що кожен клас, він не повинен залежати ніяким чином від методів, які він не використовує. Давайте глянемо на цей приклад. Уявімо, в нас є, знову ж таки, я повторюсь, що тут не тільки порушується принцип сегрегації інтерфейсів, тут порушуються і інші принципи, але ми зараз розглянемо конкретно цей принцип. У нас є клас Animal, і в цього класу Animal хтось так подумав і універсальненько втулив метод Swim, Walk і Fly. Далі ми наслідуємо від цього Animal і створюємо три класи Dog, Walrus і Nightingale. Потім починаємо думати, собака в нас літає, собака не літає, тому очевидно, що в ній не повинно бути цього метода, і ми його перевизначаємо, щоб він просто ретурнив null. Далі ми дивимося на моржа, морж у нас не літає, не ходить, ми йому так само перевизначаємо ці методи. І останній у нас соловей, він у нас і ходить трошечки, і літає, але він не плаває, тому ми йому плавання теж абортимо. Ну, зараз це виглядає не так страшно, але уявімо, що в нашому базовому класі Animal набагато більше методів, і наш Walrus, він там не тільки не літає, не ходить, він там ще борщ не варить, вареники не варить, дрова не рубає. І нам треба всі ці методи перевизначати, щоб їх в ньому не було, і вони не впливали на саму роботу нашого класу. Як це робиться? Ну, найкрутіший спосіб був би, якби JavaScript міг наслідувати кілька класів одночасно. В JavaScript якби така можливість була, але такої можливості нема. Але є інший трошки спосіб. Так як у нас в JavaScript все об'єкти, тому це вирішується наступним чином. Ну, по-перше, ми наш клас Animal очищаємо від усіх методів, які не є притаманними для будь-якого вида тварини. Тобто ми там лишаємо тільки ті методи, які 100% притаманні кожному представнику. Ну, уявімо не тварин, ну для мого прикладу тварин. Далі
пропустимо три строчки зі створенням класів і розширенням, подивимося на const_swim_mixin, const_walk_mixin і const_fly_mixin. Хто використовував Vue, той знає, що там є підхід такий створення міксінів, там проблем з цим немає. Хто не використовував, можливо, бачив це в інших десь реалізаціях. Що ми робимо? Ми створюємо так звані міксіни. Це об'єкти, в яких прописані методи, які реалізують ту чи іншу логіку. Наприклад, в SwimMixin ми прописуємо метод, який реалізує плавання, у WalkMixin ми реалізуємо метод Walk, у FlyMixin реалізуємо метод Fly. Тепер ми, в нас є класи Dog, Walrus і Nightingale, які розширені від Animal, і нам треба кожному з них додати якісь певні властивості. І ми це робимо через Object Assign. Ми в клас кожної тваринки, точніше не в клас, а в його прототип, дописуємо ті методи, які нам треба. Тобто для собаки ми додаємо можливість плавати, ходити, для моржа плавати, а для солов'я ходити і літати. Таким чином ми позбавляємося необхідності перевизначати наші методи, от. Але з'являється необхідність дописувати ті методи, які нам треба. Але, думаю, тут очевидно, що ситуація набагато веселіша, ніж із перевизначенням, тому що дописати щось простіше, ніж щось повидаляти там. Окей, мені здається, що цей принцип, він звучить набагато страшніше, ніж реалізується. І наступний з найбільш заплутаною назвою – це принцип з інверсії залежностей. І його пояснення звучить плюс-мінус таким чином, що абстракції не повинні залежати від деталей, а навпаки деталі повинні залежати від абстракцій. І модулі вищих рівнень не повинні залежати від модулів нижчих рівнів. Я не знаю, як розуміти всі ці фразочки, вони звучать дуже прям мутно. Ну, приклад дуже простий і стає все набагато очевидніше. Вернемось до нашої зброї. Тут у нас уже по дві колоночки. Перші дві, від них давньому-молодшому погано, дві наступні йому добре. Отже, глянемо на першу колонку. У нас є клас кулемет, в якого є метод release the queue, тобто випустити чергу із кулемета. А є інший клас револьвер, який дозволяє крутить барабанчик, а потім стрілять. Крутить барабанчик і стрілять. Тобто два класи, і кожен клас по-своєму реалізує, реалізує вистріли. Також у нас є клас, знову ж таки, ковбой. І цей ковбой, ми йому по дефолту кажемо: чувак, ти будеш у нас стріляти з кулемета завжди, і ми йому прописуємо метод стрільби, shoot, в якому ми беремо нашу зброю, і в неї викликаємо метод release the queue. Але приходить якийсь час, і ми вирішуємо, що, мабуть, наш ковбой не буде стріляти з кулемета, мабуть, йому варто стріляти з револьвера, це ж ковбой як-не-як. Тому ми заходимо в нашого ковбоя, змінюємо йому в конструкторі дефолтну зброю із мініган на револьвер, а в методі shoot ми переписуємо логіку. Тобто тепер нам потрібно у нашої зброї викликати не метод release the queue, а викликати метод turn the revolver drum, і тільки потім викликати метод shoot. Це виглядає зараз не страшно, але якщо припустити, що наш ковбой – це набагато більша сутність, ніж просто конструктор і метод shoot, і від зброї залежить набагато більше методів, то, звісно, виникає уже складність із тим, щоб швидко змінити зброю нашому ковбою. Щоб це побороти, переходимо на наступні дві колоночки. І тут треба використати такий підхід, як написання менеджерів. Тобто, наша зброя, вона повинна якось відмежуватись від нашого ковбоя таким чином, щоб реалізація нашої зброї ніяким перцем не впливала на ковбоя, так само, як і ковбой не впливав на внутрішню реалізацію зброї. Що ми робимо? Наші класи мінігани, револьвер не змінюються, ми цього не робимо. Натомість ми створюємо додаткові класи. Клас Minigun Manager,
і клас Revolver Manager. Візьмемо в них мінімальний функціонал. Наприклад, в Minigun Manager ми створюємо екземпляр Minigun і в методі створюємо метод shoot, в якому ми пишемо, що щоб стрельнути з Minigun, ми викликаємо метод release the queue. Так само створюємо Revolver Manager, у якому в конструкторі створюємо екземпляр револвера, а в методі shoot ми прописуємо, як стріляти з револьвера. Ми викликаємо метод thisWeaponTurnTheRevolverDrum, а потім thisWeaponShoot. Таким чином, у нас є два менеджера, які, ну, грубо кажучи, інтерфейси в них прямо один в один. Є конструктор, є метод shoot, але при цьому сама реалізація кожного методу, вона відрізняється. Втім, не для нашого ковбоя. Наш ковбой тепер стає максимально абстрактним. Йому байдуже, яку зброю йому передають в конструктор, йому взагалі тепер зброю не передають, йому передають менеджер якоїсь зброї. І він собі тримає менеджер weapon, і коли нам потрібно стрельнути, йому байдуже, яка реалізація нашої зброї, він просто викликає this weapon manager shoot. Потім нам кажуть, що ми хочемо замість кулемета використовувати револьвер. Ми без проблем, ми в конструктор ковбою передаємо новий револьвер, і ковбой без проблем стріляє, тому що ми передаємо менеджер револьвера, в якого є метод shoot. Це частково перекликається із самим першим принципом єдиної відповідальності. О, ні, перепрошую, не єдиної відповідальності, а з методом відкритості-закритості. Тому що фактично наш ковбой, йому уже байдуже, що в нього передають, так? Але втім, щоб йому було байдуже, нам для початку потрібно було написати отакі ось проміжні менеджери, які будуть адаптувати кожен інший клас під нашого ковбоя. Цей принцип, до речі, мабуть, буде знайомий тим, хто працював з ангуляром, там таке на кожному кроці. Це все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Дякую за увагу, пишіть чистий код, лишайтесь людьми і використовуйте ESLint. Всі молодці, слухали уважно. Супер, дуже дякую, Влад. Якщо якісь будуть запитання, будь ласка, або включайте звук, або пишіть в коментарі. Я думаю, що, Влад, почекаємо буквально пару хвилин, якщо питань не буде. Так, я не спішу. Потім будемо завершувати. Я бачу, що питань поки що немає, тому будемо завершувати. Влад, дуже тобі дякуємо. Всім присутнім дуже дякуємо. Всіх вітаємо з прийдешніми святами. Всім міцного здоров'я. Залишайтеся з нами. Всім пока.